Ну, сегодня 1 апреля. С деревьев и так более-менее снег уже сошел. Кто вот помнит предыдущее видео, по душу видно было, сколько на фоне этого душа было снега. Теперь его намного меньше. Обнадеживает. Ну, сегодня все выглядит вот так. Как бы так бы все тает. Старушки далеко идти не хотят, мы и тут пописаем. Теперь все будет таять и будет много-много воды. Но небо пасмурное, поэтому не сильно обнадеживает. То на градуснике плюс 6. Как бы так бы. Как итог всего этого, вот у меня тут труба переломилась, подпорка под виноград упала, короче. Как-то немножко жалко даже. Ну просто не выдержала снега. Вот такое впервые за все время, пока я тут живу. И одна Ася радуется. И говорит, все, весна пришла, ничего не знаем. Все хорошо, все классно. Локи, шо, где? Там надо весну ждать, да? С той стороны она придет. Ну-ну. Да, может, с весной электрики придут. И свет починят все-таки. Будет здорово. Будем надеяться и верить. Сейчас у нас пол первого дня. Солнышко все тает. Мне пришлось вот это вот вазу всю поубирать. Виноградник весь разобрать из-за завалившейся подставочки. И забор немного к соседям упал. Ну, это я займусь завтра, когда снег сойдет. Градусники 8 тепла, так что это обнадеживает, что до завтра все растает. Все-таки ж 1 апреля как-никак. Ну, как-то нам не до шуток с такой погодкой. Да, ну, свет сейчас почти сделали. То есть не Лео приехала, мужики там сами колупались, пытались соединить провода. Ну, насколько это хватит, не знаю, но пока так. Как бы виноградник, вот эта вот столба, который с перекрытием, вот это вот рухнувший. У меня еще печаль, соседям упала часть забора, вот наклонная, и теперь собаки как по трамплину могут ходить в гости. Так что я снег откидала, жду, когда растает, и буду городить городушки, чтобы вот это вот наклонно не было. Конечно, мастер-ломастер я еще тут, но постараюсь как-то сделать, куда деваться.